В Индонезии продолжают искать пропавший накануне малазийский аэробус. Спасатели начинают наземную операцию на западе острова Калимантан в Яванском море. Недалеко от него экипаж лайнера последний раз выходил на связь. Хотя индонезийские власти считают, что самолет затонул. Оборудование для глубоководных поисков предоставят Франция и Великобритания. Пока обломки лайнера не обнаружили. Аэробус авиакомпании Air Asia выполнял рейс из Индонезии в Сингапур, пропал с радаров утром в воскресенье. И через 5 минут после просьбы изменить курс на борту его находилось 162 человека.